Забрал мою игрушечку. У меня сейчас будет праздник живота. Попадаем. Сыр козий. Глаза от красоты перекосились. Ну, кто такая красавица? Хорошая птичка.
Смотрите, довольный человек. Какой же ты довольный человек. Зарядка в рюкзаке. А что, дяди, фотка? Я не фоткаю. Кто? Скажи, кто хороший мальчик? А мне тогда? Кто такой умный? Вот. А вот это теперь вот это? Нет, он тут дает. Такой классный. Очень приятно. Очень приятный пес. Все, поедешь с нами домой. Я человек. Очень приятно. Очень приятно. А ты пес? Ой, подумают, что пивас, а это квас. Подумают, что пивас, но это квас. Мишка еще не обулся, уже устал. Ветерок холодненький. Самая внимательная барашка. И такие прикольные. Красивые. Куда идем мы с Мишечкой? Большой-большой секрет. После Черногории мне здесь уже не страшно, но назад как-то я не знаю. Можно где-то? Ноги не выходят. Наслаждение. Самые огромные грибы в моей жизни. I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning. Your lips start so innocent. Then you kick it up, and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only you that can do it like that. Yeah. I like it with you. I like it with you. Oh, oh.
take a little look. Can't we finish it? And then get busy getting back into the thick of it, yeah. Take a second, breathe it in. Now out again. I'm still under. Вчера понравился нам сыр. Скажи, Мишка, вкусный, очень вкусный. Она просто огромнейшая, килограмм, я не знаю, 10, наверное, огромная. Я хотела посмотреть там еще больше рыбок. Ну, здесь вот такая табличка, я боюсь туда идти теперь. Я бы на том месте бы так не радовался. Мишуня, сколько недель мы с тобой будем фотографии перебирать? Сколько недель мы будем работать, чтобы поездку отбить? Начало 13:42. Идем в пункт Видоковой на 3 короны. Мы только начали, у меня уже сердце валит вовсю. Подъем очень крутой. Мы еще даже половины подъема не прошли. Все время дорога вперед, вверх идет. Сердце валит, в горле аж слышно, как стучит. Это все приснилось. Пиша говорит, лучше бы я сидел дома и перцы ел. Фух, подъем за подъемом. Сейчас все свои зимние запасы потеряем. Закат все потерял? Да, закатывала целую зиму. Жарки. Да. А теперь растеряю все. Фух. 14:06 и первая более-менее прямая дорога. Мне кажется, я воду слышу. Фух. А здесь какая-то прогулочная прям дорожка. И не скажешь, что мы там под 90 градусов поднимались. О, какая красотень. Птички поют. Водичка журчит. Мишка говорит, что у него ноги только под прямую дорогу заточены. Под ровную, да? Нет, опять подъем к гору. Опять подъем к гору. 678 метров над уровнем моря. Блин, что-то не уменьшается это количество времени. 1:10 написано.
Если идти задом, то легче как-то даже. Ветерочек хороший. Оттуда снизу поднимались. Тяжело. Уже нету сил подниматься. Сделали только что перерыв. Там дорога наверх. Все время в гору. Все время подниматься надо. Сказать, что нет сил, ничего не сказать. Энергия подключите, дайте силы. Займи. Дома лежите. Фух. Еще чуть-чуть. Знаешь, самое интересное, походу горы затянуло этим тучами. Там снова подъем. Фух. Детки маленькие идут. Мы с тобой ползем уже чуть ли не на четвереньках. Почти на месте. Но там еще на лесенку подняться надо, на самую гору. Но тут Дунаец. Мишенька наш фотограф. Это мой второй оператор, мой помощник. Еще чуть-чуть и уцели. Уже поднялся ветер. Фух. Сейчас тут на этой горе последние силы останутся. Что это за высоковато? О, Господи. Даже немного горы видны. Ветер. Ну что, Мишка, мы это сделали. Это на руках. Да вообще мы притворялись, это было все легко. Да, подняться это вообще расплюнуть. Дети ходят. А я заползаю на четвереньках. О, назад как-то очень даже легко. Прям бежать хочется. А, кстати, я забыла посмотреть, во сколько мы поднялись. 15:13 сейчас, но мы уже чуть-чуть спустились. Где-то, короче, в 15:00 где-то мы поднялись. 15:02 мы поднялись наверх. Но этой дорогой я бы уже больше не вошла бы. Да, она какая-то тяжеленькая оказалась. У меня открылось второе дыхание. Мишенька бедненький ползет там. Если бы ты шел моим темпом, мы бы уже с тобой спустились. А ты там ползаешь. Так, 15:34, и мы почти в центре подъема, на центре горы, на серединочке. Сейчас будет уже спуск к парковке. Посмотрим, сколько еще там будем идти. Ой, здесь так спокойненько стало, кажется.
16-19. Почти-почти на паркинге. Колени просто ужасно болят. Поедем кушать. Дранички с гуляшем, кебаб. Мы скушали все. Вот поднимались мы где-то вот сюда на смотровую площадку. Сейчас с другой стороны уже. Миша, как всегда, во все оружие. Ну, так спокойно пока что. Кажется, что и там будет спокойно. А вот здесь, смотри, сырки с соусом написано. С гриля, с бочким даже можно. Класс. Вот мы пришли к этой штуке, к подъемнику. Приятного аппетита. Спасибо.
А нам сюда, наверное. Я, она зашевелилась громко. Мишка у нас запарковался. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. Мой любименький коуч. Stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. Миша, уток стреляет. Покажи, что он стрелял. Не, даже. Отражается, не видно. Он летит, летит. Хорошо. Все. Он сюда взлетает. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. Сегодня вообще классно на улице, скажи. Еще теплее, чем вчера. Лавочка. Дымок. Наконец-то Мишка покушает. Это ложь. Не-не, я говорю, тебе встань сюда. Хочу заснять, как замерз мой колобочек. Как контент дается ей сложно. Ты же ставишь это в свое видео? Я знаю. На улице 9 градусов, колобочку руки замерзли. Давайте на закате. Сейчас. Да. Так и живем. Ладно, я пешком пойду.